является мешанкой. Мы и продолжаем проходить игру под названием The Binding of Isaac Rebirth. Так, ну что, в принципе, в прошлой серии мы открыли с вами, получили негатив. Сдохли из-за того, что использовали чертову Библию. Давайте тогда, думаю, ну, это были обычные забеги за Айзека, ну, то есть за этого, Азазеля. Давайте, думаю, с челленджами разберемся. Осталось три челленджа, которые открыты. И Синдикат, и Лимонная Пати. Я думаю, это, в принципе, можно в этой серии сделать, если все будет быстренько. Может быть, еще сделаем Can't Got You Down. Ну, мне кажется, это будет на отдельную серию долгий процесс. Я хочу остальные сразу карточки... Ой, не, давайте, я думаю, с Лимон Пати. Лимон Пати. С картами довольно быстро. Так, золотых комнат у нас нет, потому что перечеркнуто. О. О. Неплохо. Сразу взлету. Дамаг, терза. Ништяк. Да, только все равно этих не могу победить. Что у нас по активкам предметам? Батарейка. Лимон. И одеяние монашки. Ну, короче говоря, довольно прикольно у нас билд. Я могу раз... Ля, какие агрессивные. В комнату заходить, использовать, у меня оно будет уже каждую комнату восстанавливаться. Каждая комната будет восстанавливаться. Черные мушки, они не опасные. Они дружелюбные. Так, секретка, скорее всего, внизу. Так, это какой-то уникальный. Слишком черный. Это было быстренько. Окей. Блин, а что я там хп не взял? Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Монать его вынесла. Temperance. Ну, если камень я где-то найду, зайду, заберу карточку эту. Заберу карточку. По сути, Лимон Пати — это то же самое, что у меня сейчас в руках, только то, что у меня в руках, оно намного жестче. The Tempest. Ну, скорее всего, босс у нас выше. Ну, пойду, чтобы время не тянуть. Я ж надеюсь, бомба не пропадет. Потому что раньше так и работало все дело. Сейчас фиг его знает. Работает оно так или нет. Сейчас оказывается, что я бомбу еще просто так потеряю. Будет прикол. Нет, не потерял. Так, плюс ключ. Который не уверен, что нужен. Ага, эти не взрываются. Вот если будет босс прыгун, я могу подождать, когда он будет прыгать, создать под себя лужицу и свалить.
Ха, лох. Легкий монстр. Так, плюс урон. Кстати, почему нет? Если оно дает урон. Кстати говоря, я же даже не знаю. Раньше оно давало урон. Сейчас, может, оно только дает это, тьму. Ну, испуг на противника. А мне здесь, серьезно. Да, что-то мне кажется, оно дамаг не дает. Кайф. Ладно. А то, что проклятие, и ты не должен стрелять, это... Плевать, да? Прикольный монстр. Короче, если еще раз монитор у меня погаснет, нужно будет. Надо будет монитор перезапустить. Плохо то, что я мне здесь хлопотал. Вкусненько. Походу зря я сделку сделал. Где урон? Короче, это я через веру, да, пошел? Ну, в принципе. Теперь я смогу забрать то, что там находится. Зачем мне столько красных сердец? Ведь если мне сделку дадут, будет прикольно. Хотя, чё я в натуре здесь лазю, если я могу сразу идти к боссу? Я могу сразу идти к боссу. Здесь, скорее всего, секретка. Можно попытаться активку хорошую найти, но... Не. Thank you.
Уголек. Повезло. На самом деле, блин. То, что теперь вместо, ну, сделки будет постоянно Крампус еще попадаться, это тоже себе такой. Такой себе. Веселье. Снова амнезия. Так, а урон у меня уже прибавился, я смотрю. Жаль. Так, слишком много развилок пошло, поэтому возвращаемся обратно. Зайду попозже. Серьезно. Плёхо. Может, тогда нафиг надо? Но если смотреть то, что я телепортнулся в место, где я не был, это уже плоховато. Это уже чуточку плохо. Я вот не помню, что уголь делал. По идее, это типа слабая, но автонаводка. Ну так ли это? Да ёпсель мопсель, да попадешь ты по этому шуку чертову. Energy. А значит, я не так уж обосрался, ладно.
Так, пронесло. Еще сделка. О, все, можно за сердца не волноваться. Range down. Оставлю тебе пилюльку эту. А зато у нас теперь будет 100% сделка. Ну, считай, все равно на одну комнату. А, у меня еще визор работает. Я немножко Просто я помню, был какой-то челлендж, где нужно было вот так пройти. Был такой челлендж. Вот этого немножечко не помню. Ай. Ай-яй-яй. О, фейтап. Это, кажется, шанс на... Кажется, на райскую комнату. Кажется. Я либо на адскую. Шанс. Думаю, тогда сразу к боссу пойдем. Все равно, что мне. Лемон пати, ууу. Лемон пати, ууу. Бле. Ладно. Статешки. Не. Интересная сделка. Ай. Жара. The Fool. Можно пойти в... Нельзя пойти. Жара дублирует все, что есть в комнатке. Можно будет один раз в магазин сходить. Оно дублирует все сундуки. Ну, кроме предметов. Предметы не дублируют. Дублирование предметов — это другой предмет, и то я не знаю, есть ли он здесь, в изначальном. Или он только в дополнении. Кёмит. Ле.
Блин, я надеюсь, что бис не там. А, найс. Бук-б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 ук. Урона, в принципе, много, но, блин. Когда играешь, ты понимаешь, что этого недостаточно. А вот когда я играл с дополнениями, я просто ощущал себя, я не знаю, просто уничтожал за секунды. Но хотя, Бремстоун плюс голова кота... Это как раз тот самый. Думаю, сейчас использую жару. Чтобы мне тянуть. Хотя мог бы черепки повзрывать. Да. Так, может, не надо? Да ёпсель-мопсель. Очень даже... Очень-очень неприятные типы. Да какого ж ты уворачиваешься, боже! Боже мой! Неприятный тип. О, кстати, там еще был проход. А, серьезно, это уже нога? А мне что-то до ноги, так ведь? Вот, негатив. Негатив. Это как раз один из предметов, который мы новый открыли. Так, какую-то карту я получил. Хз, что за карта? Так, да, время у нас... Какая-то карта Against Humanity. Если я не ошибаюсь, эта карточка обсирает всю комнату, делая в какашках. Кажется. Ну, либо я что-то путаю. Так, идем дальше. Карточки. Карточный забег. Judgment. Здесь можно, в принципе, О, кредитная карта. О, да. И все, просто весь этаж обосран. О, тут Хаглас. Фул. Можно, чтобы повезла карта
красная карта выпала, тогда можно и так сыграть будет. Тут зависит сейчас от карты, какая выпадет. А. И вместо предмета будут карты выпадать. Шокер. The Strange. The Start. Неужто вместо предметов мне в натуре будут карты выпадать? Если это так, то это немножечко... Ну, такое, такое. The Strange можно... на босса-босса использовать. Странная комната. Без противников. Так, давайте я все-таки шипастую комнату поищу. Будет ли она вообще? Не будет. Полет, да? Бля, ладно. Ой, бля, минус бомба. Лол, они еще стреляются? Не знал. По сути, этого босса считают сильным только из-за того, что он... херячат этим. Как они? Бластеры. Ну, то есть из-за привидений. The Moon. Вперед. Плявный ключ. Так, у меня есть черные сердца. Бим-бам. Но мне все равно карты надо. У нас игра заточена за счет карт. Кредитная карточка, неплохо. Так, вижу, что можно взорвать. Слышал синее сердце.
Карта вот эта кредитная работает и на сделке тоже. Поэтому карточку лучше оставить. Я могу зайти в комнату, но мне нужно две бимбы. Поехали. В принципе, босс тоже несложный. Просто стреляешь, когда он прыгает, да и все. Плюс бомбы. Ага. Ага. Интересно, а если я использую карту, сбрасывается ли мне шанс на райскую сделку? Вопрос. Или же нет? Как же оно работает? Да или нет? Ай. Ай. Ай, 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 ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Так, это то же самое, что я думаю. Да. Взрывай, получай. Открывай и получаем. Так, магические слезки. Бим-бим. Пойдем вниз. Можно будет в магазин зайти. Так, сундук, понятное дело, на центр упадет. Сундук упадет на центр. А даже он и не выпал. Как же я ненавижу этих пауков. Если бы я понял, помнил, что оно делает. Мне нужны монеты. Я хочу протестить. Ну, по идее, мне что-то должны давать. Взамен, ну, в момент, когда я подбираю монеты. Вопрос, что? Да ёпсель, ну какие же они быстрые.
Ладно, можно протестить. Можно протестить в одной из комнат. Я просто взорву камень. Возьму плоскую монету. Теперь я возьму плоскую монету. Мне нужно просто понимать, что выгоднее мне брать. Ага, это самонит ключи. У нас будет много сундуков. Поэтому скорее пусть будет так. Пусть, наверное, надо будет это... То, что будет много сундуков. Ай. Да, то есть не считается. Это хорошо, это очень хорошо. Кстати, у меня уже теперь ангелов можно взрывать. Потому что у меня же уже есть негатив. Ведь у меня есть уже негатив. Так, нога принцесски. Принцесски, да? Карточка The Club. Клоп. Бим, бим, бим. Ключики. Так, с того может еще ключ выпасть. Уй. Библиотека. Нифига себе. Вот сейчас бы полет. Очень сильно даже бы не помешал. Попытаться получить полет. Можно, кстати, попытаться. Я пауков чертов не ваншочу. Дайте полет. Нужен полет. Просто я все бомбы не хочу тратить. Все бомбы не хочу тратить.
Ай. Ну, у меня хотя бы маска защищает. От урона в лицо. Защитил им. Джокер. Там у меня Джокер так доступен. Да, придется пытаться взрывами выбивать. Justice. The Fool. Джокер. Фортуна. На следующий этаж тогда. Эй, ладно, бог с ним. Или все-таки не бог с ним. Я хочу, блин, попытаться выбить что-то хорошее. Ай-яй-яй. The Sun. Nice. Оно того не стоило. The Hurt пусть будет. Я могу The Sun взять, но The Hurt будет, мне кажется, чуть лучше. Ой, сейчас был бы фуль полетик. Сейчас был бы полет у меня. Я бы зажил. Припеваючи. Будь у меня сейчас полет. Карта. Ладно, я уже возвращаться обратно не хочу. Не судьба ли это? Можно использовать. Он телепортирует магазин, оказывается. Походу, тот, который не плюется. А я, кстати, не посмотрел, докуда мне нужно дойти. До сердца. Вот, видите, у него хитбокс здесь кривой. Так, терзам. С терзой можно жить. Ну, кстати, у меня еще... Да, до сердца. А, прикол. Использовать на сердце? А почему бы и нет? На боссе используем. Считаю, босс ваншотнется, возможно.
Я еще специально по центру встану, чтобы когда глаза откроются, чтобы я смог, ну, глаза, вызов врагов. Вот это нужно было, знаете, такую карточку найти на этого, гомнистого чела. Так, ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Пиздец. А хотя... А это только первый, блядь! Серьезно? Вот это я сейчас обосрусь. Вот это я сейчас могу обосраться. The Club, Judgment, Emperor, The Hero, Empress. Empress создает чуваков. Ну, делает мне сильнее, да? Так, ну по-любому заряжу, хоть в одной комнате какой-то из одной комнаты.
И всем пока. Я смотрю, снова звук шалил. Нам, короче, всем пока.